Всем привет, меня зовут Виктор, и это Path of Exile, или Путь Грешника, или, ох ты, я уже 10 уровня, создать, играть. Играем, играю я за вот этого мужика, дуэлянта или дуэлиста, в общем, кто-то он точно, он кто-то точно. Так, книга, что я могу с тобой сделать, книга? Так, дает 2 очка сброса пассивных умений. Пассивные это какие? О, нифига себе, 2 очка. Осталось очков. Подожди, а... То есть у меня что сброшено? Броня, уклонение и здоровье. Но... Стоя, это вот вечная молодость. Но я к этому прийти только... Так, физического урона от атак, а ты 10 к силе. Ну-ка, давай так возьмем, да? Вот, окей. Так, и что, книга у меня закончилась или нет? 2 очка сброса пассивных умений. Ну-ка, давай, ПКМ. Опа. Задание выполнено. И что? И чего? Так, что? Куда нам надо? Посетить область залитый провал. Посетить область врата заключенных. Я... Так, и листы. Прибрежный. Смрадная заводь. Так, вот сюда. Сырой проход давай. Давай мы в сырой проход пойдем. Так, а почему ты меня так это близко вроде кажешься? Так, вот сюда, мы вот сюда, а потом вон туда пойдем. Сырой проход, я не знаю, что там за неизведанная область, но пойдем туда, да? А, М, карта вот сюда. Типа, а, подожди, надо вот так открыть. Сундучок. Ржавой клинок. А, ты тут, блядь, спрятался, хер голландский. Ну, хватит тут махать своей этой фигней. Ух. Подожди, а это что за стальная кожа? Герой накладывает на себя положительный эффект, принимая часть урона от ударов. А это по... Так, АВ. Защитник предков. Кью, В... Ну-ка. Жди. А, это... Это мой? А, защитник предков, это мой. Хрен голландский был. Я не сразу-то и понял, что это мой был. Ух, блядь. Бля, можешь в дьявола переиграть. Я помню, как-то я, блядь, там ночами залипал мне вообще. В дьявола этого. Так, все, мы тут обошли, а нет. Тут еще живые есть. И что? Живые, блин. Ну, как их живыми-то назвать?
Так у меня еще язык-то повернулся их живыми назвать там. Ни хера они живые. Залитый провал. Это сюда? Подожди. А мне куда надо? Посетите область, залитый провал. Ну да, это типа сюда. Но прежде чем мы туда пойдем, мы здесь сейчас. Давай тогда все мы исследуем. Так, это нет, это... Да выйди отсюда, чудо. Чудо в перьях. Чудо, блядь, в котелке. Чудо в котелке. На, нахуй, давай, блядь. Комбо давай. Чё, в смысле, друзья, гильдия, создать группу открытая. Ого. Тут еще что есть? Что тут еще есть? Так, а здесь трупы одни остались. Где Пенни прошел, там трупы остались. Игра сильно нагружена контентом, чтобы быстро ее узнать. Не, ну, блядь. Как бы прелесть этой игры тут, что она не какой-нибудь там херня, муйня там. Куда убегаешь? Кто тебе разрешил убегать? А тебе кто разрешил убегать? Что это такое? Чешуйчатый нагрудник, ржавый ростовой щит какой-то, да? Ну все, мы тут, по-моему, все за этого ли? Все зачистили. Сколько еще? 2 секунды я буду блистать. А, ну вот, иди сюда, ёптать. Так, стой, подожди, а здесь? А как сюда пройти? А, вот. Ну, тут как бы этот такого как понятия уровня сложности, такого как бы нету понятия. Тут нельзя выбрать уровень сложности. Ты играешь и играешь. По-моему, насколько я помню, тут уровня сложности нету. Насколько я понял. Подожди, а что здесь такое было? Венок из лозы, да, это мы уже... Это нам уже не надо, мы тут уже это... Оба! Так, мы что это? Набиваем. Очки набиваем. Ну, иди сюда. Куда ты пошел? Все. А чё, какие тут дары за 110 монет-то, ёптать? Что вы мне тут подарить-то можете за 110 монет? Ага. Спасибо, ёптать. Подарили. Противников нихера мне не дали, еще 110 монет всего набил. Кого тут подаришь-то? Железный панцирь.
А, вот. На какую он накладывает? На среднюю кнопку накладывает. А здесь не пройти, да? Окей. Давай в обход. В обход сюда. Хорошо, что здесь этот не ломается. Не ломается. Шмот. Шмот не ломается. Не надо его чинить. Во многих же прям матяра ломается, как этот. Так вот там только дай, только в путь. Как дети в школу ломается шмот. Тут нет, тут это хорошо. Кто тут, блин? Так, ну-ка. Цепочка. 16 включений по глобальному физического урона. 10 к максимальному энергии. Ну нет, это не то. Так. Броня 27. Ты, конечно, хорошо. Ты, конечно, хорошо, но... Не настолько, чтобы тебя оставлять. Козерог. А зачем мне козерог? Жезл. Это херня, короче. Козерог мне не нужен. Козерог. А где та коза, у которой рог забрали? Или козел? Забрали. Так, чё, давай. Начали. А, я сейчас этого глиняного убью. А, нет, смотри-ка. Я думал, сейчас глиняного убью и все. Чё так медленно ходишь? Все, что ли? Все? Скипетр из плавника. Ну давай, что тут? 248. Ничего, да? Опять я ничего не нафармил. Да вы задолбали. Испытания даете, а нафармить нечего с него. Сыромятные ботинки. Из сыра их мяли. Лучше сыр на дело бы пустили, лучше они на ботинки. Сука, повернулся жопой. Какашками в меня кидает. Нехороший человек. Кидает меня какашками. Колчан двухглавых стрел. Глобальную меткость повышает. И что? А как? Куда тебя использовать? Не, ну ладно, подожди. И куда? То есть, если вот так... А, вот так, да, тебя можно? Ну ладно. Типа ок.
Типа ок. Базара нет. Тут если это... Тут если каждый... Весь лут собирать... Тут пипец игру будешь. Несколько лет проходить будешь эту игру. Если весь лут собирать. Так, мне на утес не надо. Мне на утес не надо там. Или в утес, или куда там. Мне не надо. Мне надо... Мне надо... В эту область поселить. Поселить, посетить, ёптать. Так, область это... А, это область вон там, по-моему, да? Стой сюда. Если я правильно шел. Если я правильно шел. Так. А, нет, это не то. Значит, сюда бежим. А, ну да, она же не может быть там. Нам надо сперва вернуться обратно. А я что-то... Под... Вот она. Ну, похоже, что, ну, бывает с кем. С кем не бывает. Потому что ошибся сразу, что. Или нет. Или ты не она. И ты даже не она. А что? А вот. Залитый провал. Ну давай, посетим. Залитый провал. Эй, стой. И чё? А, я всё нормально, да? Блин, еще бы писалось бы, сколько очков за них дают. Интересно было бы. Интересно было бы, сколько очков за них дают. Да, тут опять. Тут опять херни какой-то. Понавыбивал. Точнее, даже не понавыбивал, да ебаный насос ты. Экран куда гаснешь? Ютитесь там, да? Ждете, когда придет погибель ваша. Скоро придет ваша погибель. Опа. Вот и все, да? Ну и что тут? Пойдем. Куда? Сюда? Нет, вот сюда. Давай я тут пробежим по полу сгнитым. Не, ну как бы так-то не это. Я, если вот по сравнению с Дьяволом, я там это прям... Помирал и помирал там прям... Сложная была. Ну, может, дальше, конечно, будет какой-нибудь хардкор, жесть какая-то полная, да? То есть, ну, сейчас пока не особо какое-то прям это... Сопротивление я встречаю. Ну, с другой стороны, и нормально играть, да? То есть, не бомбит, не горит. Играешь, играешь. А игрушка найсовая.
Хотя 13-го года это 7-8 лет игре практически, да, то есть это такая, знаешь, прикольная. Я вот иногда игры выбираю, такой смотрю, что это. Какую бы игру выбрать, вот смотришь на нее, типа графика там, да, графика там, сюжет, а тут нормально такая, знаешь, прикольно. Так, сюда. Ой, блядь, надо подхилиться. Да чтоб тебя. Просто тут это. Искать. Искать. Ну. Исследовать долго. Все, тут конец. Тупик, да? Тупик. На те гады, твари подземные, получайте гранату. Опа, уровень. А чё это за херня была такая? Выпрыгнул такой оттуда и снова назад залез. Ни хера себе ты там. За жопу хотел меня укусить, что ли? А он, по-моему, не это, не активный. То есть его ударить, кажется, нельзя. Он прячется там. Оба, блядь. Это ты меня, что ли, там укусить хотел, скотина? Да? Ты? О, блядь. Не, ну так-то я нормально из него сейчас лутанул. Все, мы победили. Так, стой, подожди. Грубый лук. Кольцо с кораллом. Рапира из итовой кости. 334, и чё? Требуем уровень. О, вот это... Это нормальная цепочка, да? А это... Плюс 15 к максимальному, а тут... 11 сил... А, ну это вот... Проклятая. Вот эту вот штуку я заберу. Так, тебя я заберу. Так, грубый лук. Лук. От 6 до 16, да? И что здесь еще? Рапира. Рапира из китовой кости. От 4 до 17. А куда мне тебя засунуть? А ты что такое? Ржавый шип, а ты... Не, ладно. Без тебя. Пока без тебя обойдемся. Так, мы тут зачистили, да? Опа.
А ты это убегаешь от меня, с тобой неинтересно. Посетите область застава львиного глаза. Ну, а зачем? Что мне там делать? Я же был в заставе львиного глаза. Что я заблудился? Куда идти-то надо? А, вот куда-то сюда, да, по-моему, здесь что-то у нас не исследовано. Да, вот здесь мостик. По мостику. Оп. И вперед к приключениям. Ну. Все, что ли? Так, я здесь все еще исследовал. Блин, вот как понять, когда ты все исследовал или не все? Ой, блядь. Ты что, рыгнул, что ли, там? А, ну вот сюда, да, по-моему, еще надо идти. Как-то вот сюда надо. А сюда как? Здесь можно как-то? А, ну да, можно. Точно, тут я еще не исследовал, походу. Или исследовал. И чё? А, сюда, да? Если бы как-то прокручивать можно было бы эту карту, было бы прикольнее, а так это... Протягивать по ней не получается. И непонятно, где был, блин, где не был. Ну, понятно, только по трупам определяй, ориентируешься, что ты здесь не был. Чё? Это херня, это нам не интересно. Так, окей, сюда давай, ну. Ну, сырой проход. А нам надо же сейчас это, застава львиного глаза. Ну, а застава львиного глаза нам для чего? Ну, сейчас я заставу львиного глаза тэпну, если что. Что мне тут надо сейчас делать будет? С этим драться? Да это какой-то этот. А, Старкли о награде поговорить, понятно. Нет, я тут поторговать с тобой хочу, подруга. Если ты не против. Блин, надо было сперва распознать все. Потом торговать. Так. Сперва распознать надо было. Двадцать восемь к максимальному здоровью, 12 к силе. Так, нет, мы это продаем. Ой, мы это продаем. Нам это как бы не интересно. А тут нельзя, интересно, вещи никак ломать там. Ну, там дядь да сломать ее. Так, тайник.
Сфера алхимии. Я не знаю, для чего это нужна. Так, пошли к этому. Награду получим. Таркли. Панцирь старого краба оказался тебе по зубам. Жаль, что не вышло. Притащить эту громадину сюда. Из краба получается отличная похлебка. А, ладно, все, меньше причин бояться темноты. Вот, возьми знак признательности. Давай, что такое? Дает два пассивных умения, да? Ну. А каких она два пассивных умения дает, интересно? А, дает очко пассивного умения. А, вот оно, да? Три. Осталось очков. Очков сброса 2. А, я могу 2 очка сбросить, да? Так, повелитель арены. Угу. Ну, окей. Так, а как мы тут это? Блин. Во. На С. У меня силы 88 уже. Надо будет ловкость, наверное, вкатить. Так, посетить область врата заключенных. А где это? Интересно. Где эта область врата заключенных? Так, ну давай мы вот сюда утес. И потом туда дальше пойдем. Просто я маленечко не знаю, где этот. А врата заключенных. Вы кто? А, людоеды. Ну, вы-то куда уже тут? Со своими рылами. Поросячьими лезете-то сюда ко мне. Я вас тут махом сейчас все поимею. Что, блядь? Тотем Ваал. Гуляй. Да ты чё, не сдох, что ли? Ржавый койф. Тут поприятнее все носиться, чем по этим катакомбам там. Так, чё я там подобрал? Тебя... О, блин, а это что за козлоборода еще? Прикольно.
блять. Сатиры. Это же вроде на сатиров. Сатиры же это. С этими. С козлячьими ногами, да? Это ж сатир вроде. С людоедами-то все понятно. Ого, вас тут сколько. Хера себе, у вас здесь что, блядь? Оргии групповые, что ли? Чем вы тут занимаетесь? Фу, блядь. Ну давай. Вау. Монстры полезли. Мерзкий хромоногий дикарь. Все. Победили. Сфера усиления. Амулет с кораллом. Ну, херня всякая. Что здесь? Жезл мне не надо. Ржавый шип. Ну, вот тебя давай возьмем. Тебя возьмем. Так, 29 к максимуму здоровья, 8 к силе. Вот вместо вот этого поставим тебя. Ты пойдешь, да? Так. Сырой проход, нет. Мне, по-моему, я в сыром проходе... Я что, уже запутался вообще? Я же в сыром проходе был. Пойдем сюда. Блин. Какой же у меня персонаж-то мощный прям. Так, как... А, это козероги, ёптать. Вот они, козероги. А, нет, давай кольцо возьмем, потому что... Кольцо, оно это... Это козероги сраные. Там, блин, эти цыплята на меня прыгали. Курицы, блядь. А здесь козероги прыгают. А здесь козероги прыгают. Стой, здесь что-то написано. Здесь что-то написано. Давай. Земля Рек Ласта отвергает мертвых. Черный дух бури кошмаров вонзает в нее пальцы и поднимает сраженных нами врагов. Он выцарапывает падших из могилы, отправляет драться, не жалея старых костей, гнилых зубов и ломких ногтей. Даже напоминаемые нами родичи встают в проклятые ряды. Не оставить тело любимых небесных посланников, провожающим дух и удобряющим землю. Кого он приказал нам рубить, поминаем их на части и предавать огню. Вождь храбрее нас всех. Он готов отвечать перед предками, если это спасет народ. Ебать, как-то
Читается с трудом. С трудом прям читается там кто-то. Замудренно понаписали, блин. Нагрудник. Так, ну-ка. Нагрудник 68. А ты из чего? 7 к сопротивлению холода, отражает урон атак. К сопротивлению огню. Ну, ты покруче, да, получается, будешь? Давайте тогда заменим. Так, тебя сюда. Тебя сюда. А ты? Эй, там крадутся скелетосы. Колчан двуглавых стрел. Ну-ка. Плюс 10 к ловкости. Вот сюда иди. Так. Блин, этот лук. Скелетосы. Кольцо, кольцо, да. Не, ну колечко-то можно взять, оно места много не занимает, а ресурсов с него можно нафармить, мама, не горюй. Мне вот просто интересно, а где эти-то? Синие камни-то где, блин, доставать? Красные там... Где-то я там нашел. Зеленые нашел. Блин, а... Блин, а за счет чего прокачиваются? Интересно... За счет чего камни-то прокачиваются? Как-то вот непонятно маленько. Ух ты ж, сколько у вас козлобородов тут. А, это мой. Накосили-то сколько мы. Уже накосили сколько. Нормально, нормально, прям подкосили. Большой флакон жизни. Охереть. Ржавый клинок. И чё здесь? Двадцать три и девять. Так, вот тебя мы возьмем. Чё вы, блядь? Охренели, что ли? Дайте шмоток мне хоть одеть. Уроды. О, ты еще живая. Ненадолго, да? Так, 12 к ловкости, а ты-то добавляешь... Повышение скорости регенерации маны. Ага. Так, а вот ты. А вот ты. Тебя надо опознать. Отлично. Восстанавливает здоровье 125 за 3 секунды. Расходы 9 для... Так, давай мы тебя на единичку поставим. А тебя про запас на пятерку. И
Пошли. А это что за электрическая хуйня тут летает? Поебень какая-то электрическая. Кто тут? Кто тут? А, это ты? Ты что ли? Сраный лжебог, да? Ты тут решил всех отметелить? Всё, сейчас мы вас тут всех положим, гады. Ржавый койф. Чешуйчатые перчатки. Клепанный щит и... Ого. Все что ли... Все что ли поместилось у нас? Ну ладно. Ёптать, а я до врат заключенных-то дойду сегодня? Где они? То как-то непонятно малость. Где врата заключенных? Так, это что? А, ну здесь уже это. Здесь все поубито. Всех поубили мы. Так, а что у меня? Ну-ка. Броня 18, а тут броня 46. Эй. А тут же получается паузы-то и нету, значит, да? Тут, значит, паузы и нету. Что в какую сторону-то, блядь, идти, чтобы к этой вратам заключенных прийти? Не, ну я вроде правильно иду, да? Я вроде иду правильно. Правильной дорогой идет, это склон. Ну, это склон. И чё? А где врата заключенных-то? Хуй. Хер его знает или не знает. Ты, блядь. А ты чё? В смысле колесо? Колесо ужаса? Прикольно. Хер какой-то в колесе приехал, блядь. Сейчас, блядь, колесо ужаса. Обосрался-то это. Пойду портки стирать. От колеса ужаса. Если есть колесо ужаса, а то есть ли у вас колесо смеха? Колесо ужаса. Что-то у меня колесо ужаса смех только вызывает. Слышь ты, сейчас как въебу, блядь. О, нагрудник какой-то мы отжали золотой. Нагрудник. Сучковая. А чё вы все золотое тут падает? Что, Стоять, блядь. Как так-то? Одна мана за убийство. Так, ты. Повышение брони, регенерация 2 здоровья в секунду. А, ты синий-зеленый камень, да? Вот хуйня какая-то получается. Плюс 10 к силе, плюс 5 к броне.
Ржавый клинок. А вот это вот уже интересней. Потому что здесь 6-14. Плюс 9 к ловкости. От 8 до 16, да? А чё не так? Покалывающий меч твердости. Блять. Ты двуручный. Понятно. Нет, двуручное нам не надо оружие. Такого добра нам не надо. Так. Да что же вы все на меня пытаетесь-то наехать? Задолбали. Что за херня-то такая? Все на меня хотят наехать. Что я вам сделал-то такого? А почему я горю? А? Почему, собственно говоря-то, я горю? Меня поджигает? Что это такое? Подожжен. А, точно, я подожжен. Скотина. Стреляет горящими стрелами. Сейчас я вам постреляю тут горящими стрелами. Я сейчас такими вам горящими стрелами постреляю, что... Охренеете. Куда пошел? Опа. Средний флакон жизни высокого качества. Эй, стоять. Тебя ж надо как-то... А, вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько у вас тут колесиков-то. А ты что за гнилое создание? Нож. Ржавой топорик. Стоять, стоять. Козероги, блядь. Козлороги. Оу-оу-оу-оу. Да тут веселуха прям, я смотрю, прет. А, стой, у меня. Паван. А, так ты... Типа самый крутой у них был, да? Пленница судьбы. Поговорите с Навали. Кто такая... А, Навали... Вот, а, это... Подожди, это Навали или Навали? Так, а чё у меня тут? А мне тут нечего. Колчан. Так, я думаю, мне надо сейчас тэпнуться львиный тудын, в львиную эту херню тэпнуться. То можно продать... Что нельзя не продать.
Так, посох. Так, давай мы это тебе все продадим. Продать. По-моему, ты это, неопознанные дороже принимаешь, чем опознанные. Если я не ошибаюсь, конечно. Так, ты... Продали. $164 за 125 за 3 секунды, 150 за 6,5 секунд, 150. Пополняется по мере убийства монстров. Я понял. Так, я могу тебя продать? Ну да. Так, а тебя я могу куда-нибудь вставить? Некуда, да, вставлять? Стой, подожди. Не уходи. Так, а тут... А, это типа купить надо, да? Типа купить надо. Включи сортировку, сынок. Угу. А как тут сортировка-то работает? Так, а вот это продать надо. Вот, тебе это надо продать, и вот это. Снова. Сюда и... Так, посетите область врата заключенных. Так, ну-ка. И... Увеличение максимального здоровья, увеличение максимальной маны. Так. А, двуручным оружием. Но это нет. Со щитом... Умение атак наносит увеличенный на 12% урон со щитом в руках. 10 к силе. Нет. Ловкость. Давай мы ловкость покачаем сейчас. Сейчас мы покачаем ловкость. Сейчас мы покачаем ловкость. Так, сейчас мы тут кое-что соберем, что нам. Что нам более-менее интересно. Навали. Спасибо тебе за свободу. Мать смерти любит слегка надо мной подшутить. Ей нравится ставить меня на место, но она же прислала тебя на помощь. Изгнанник, позволь мне платить добром. Скоро мы снова встретимся в лагере, и тогда я помогу осветить твой путь. Хорошо. Осветить мой путь. О, блин. Поговорить с Навали в городе. А в каком городе? Подожди, а здесь что? А,
Опа. Тут надо это. Уроды, блин, нападают. Но куда побежал? Урод. Видишь ты? Тварь охреневшая. Жилет из дубленой кожи. Так, и чё? Сфера злата кузнеца. Что это означает? Не знаю, ну давай возьмем. Гипнотический пронзатель, кастет с зубами акулы. О-о-о. Вот это вы тут замутили. Ой, меня отпиздили. Вот тут-то меня замесили, конечно. На славу замесили. Чего ты говоришь? Перфект. Ну, что-то замечательное. Понятно, сделал замечательно. Но ты давай сюда. И чё, вы еще не все? Вот теперь все, да? А вот теперь все чудесно, грубый лук. И что здесь?
Шепчущая сущность скорби. Ого. Так, размер сфера усиления. Так, ладно. Малый флакон жизни. Но это не то. Кольцо. Это все не то. Это все не то. Знамя. Часть неотделима от самопожертвования. А, или честь неотделима от самопожертвования. В общем, там что-то неотделимо от чего-то. Черный дух портит кости, плод первыми не выдержали животные, их тела изменились. Глаза наполнились без причины ненависти к людям. Прошел нас еще разгибаться, подобно роскам под порывом влажного ветра. Сегодня в царстве Каома родился первый младенец. Сегодня в царстве Каома он ушел с предками. Черный дух касается нас, не щадя даже детей. Чем мы прогневили Раклакс? Мы смотрим на Каома. Великий вождь усмирит этого духа, этой земли. Ну... усмирит, может быть, а может быть и нет. Так, тут портал есть, да? Это я все поперечитал. Так, мы нашли портал, хорошо. Топ. Давай, надо продать. Надо продать. Надо продать. Продаться. Так. Давай мы. Я хочу тебе кое-что продать. Ну, в данный момент вот это, да. Стой, подожди. Так, а зачем мне это все опознавать? Я не хочу это опознавать. И это продадим, и это продадим, и все, да? Все. О, я щит не продал. Хуй его знает. Щит не продал. Так. Take care. Да, take care. Такая вот фигня. Так, Несс. А, навали, вот. Что привело тебя сюда? Выбор или судьба? Я вижу в тебе желание. Желание проникнуть в будущее. Желание следовать верному пути. Но твое будущее предопределено. Отвори свой разум и прими его. Многие лета назад мой народ звал меня Катанга, мудрая женщина. Теперь он зовет меня вернувшимся духом. Но судьба не велит мне идти к матери смерти. Еще нет. Я стою одной ногой в мире живых, а другой в мире мертвых. Я вопрошаю у тех, кто здесь, и толкую слова тех, кто ушел. Я чувствую твои вопросы. Я отдам тебе ответы за дар серебра. Но ты ищешь не только ответы. Богатство, власть. В какой-то мере я могу и к ним привести. Тебе надо всего лишь присоединиться ко мне. Внимай моим словам, следуй своему пути. Я могу рассказать о будущем, но идти к нему только тебе. Пора исполнить пророчество. Посмотреть. И что это? А-а-а, стоимость получения — одна серебряная монета.
круге безмолвных великанов заточена память о бессмертном страдании. Темный язык шепчет темные слова, разносимые западными ветрами. Не хватает монет, да? То есть ты из тайника, что ли, их прям взяла? Слушай, точняк, она прям из тайника серебряную монету у меня стащила. Вот это, да? Да. Так, ладно. Я предлагаю на сегодня на этом закончить. Продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.